Родился. Здравствуйте. Приветствую. Так, будем знакомиться. Значит, это Дред. Сейчас где-то палец, вот это. Понял? Это мы опять тут из-за тебя. Я говорил. Будь проклят тот день, когда я попал на этот пепелац, а? Приветствую. Это Эретрия. Она тоже стример. Подписывайтесь на нее, ссылка в описании. Да. Вот. Я, если что, Хикс. Можешь звать меня Никита, можешь звать меня Хикс. Да я вот сейчас думала, как тебя назвать в темноте? Когда я даже не знаю, говорю, как тебя зовут, потому что надо спасать. Я тут из-за него, вот из-за него. Что? Извините. Из-за него я тут. Пардоньте, я тут, да, обещался раньше, но что-то как-то не случилось. Да ничего страшного. В общем, это самое. Вы что там, у нас уже все много прошли? Я один раз только помер, а мы притащили пивас. Одна карта нормальная. Да, да. Тут рассказал, как ты вчера стоял перед манекеном и дергал фонариком, чтобы тебя телепортировали. Ага. Это да. Отпустите меня, пожалуйста. Я говорю, я только сегодня. Дергайте рычаг! Я только сегодня пересматривал, короче, твою запись, которую ты выложил. Там. Не, там только с нашим. Завтра будет. Там, где дергают. Но у нас уже там есть квота. Можно. Извините. Извини. Двоим из трех умирать. Короче, я стоял вот так вот. Ай, ладно, все убежали. А мы что-то заказали из шмоток. Пока еще нет. Ой, я не помню. А, нам направо убежать. Как мы высоко приземлились. Вон туда. Мчали сюда. Вдоль этой самой. Вдоль обочины. Вдоль лесополосы. Не, дорогие товарищи. Это не та карта. А, все, понял. Где наша не пропадала? Наша везде пропадала. А, я даже знаю, где, наверное, здесь Fire Exit. В другой стороне. Все, поняла. Я попуталась по карте. Да, вон Main Entrance. Я направо. Так, втроем или разбегаемся? Давайте разбегаться. Давайте. Ладно, мы налево. Здесь сразу фаеры. Пойдем. Справа фаеры. Мальчики налево, девочки направо. Что у нас тут такое? Ну я с вами, там тупик и фаеры один. А, хорошо. Понял. Я сверху, Дред вниз пошел. Снизу тупик и чайник. Ух ты, сверху турель, осторожно. Он вроде жив. Так, и чайник скину. Ага. Вот здесь вот маленькая подсказка. Если здесь выключить все тумблеры, все двери, которые закрыты на ключ, будут открыты, но не будет света, и вероятность появления монстров выше. Понял. Как там в меме было, вероятность фаер-резиста крайне мал, да? Да-да. Туда, когда еще лампу крадешь желтую, тоже очень все плохо. Да. Ой, ёпарасоте! Так, три. Фух, тихо. Ой, фух, ой, вижу. Кавабанга! Так вы зачем? Вы там бежите-то? Тут же дверь-ка можно воспользоваться, обойти. Дверь, кого вы встречали, открыто. Умный в горы не пойдет, умный горы обойдет. Что у вас тут? Что-то застряло. Эй, не надо пролезать. Не надо. Да. Пожалуйста. Тут тупик, ну в смысле, я отсюда пришла, а и вы тоже. С другой стороны просто. Да. Ой, да, вижу. Большой бомб.
Так, вы куда пошли? Направо, налево? Я в сервер. Я так понял, если есть открытая вент-решетка, значит где-то здесь пальто, да? Ой! На меня это упало. Личинка. Я умру сейчас. Заберите мой чайник. Так, я тут. Ну, ты не знаю, поможешь. А, я тебе сейчас помогу. Вот, спасибо, спасибо. Блин, удачно. Спасибо. О, отлично, отлично. Я просто слышу у тебя какой-то звук, как будто ты... Ты? В что это было? Разговариваешь. Я такая, что это такое? Потом... Тихо, 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 тихо. Хотите снять фоткаться? Селфи с креветкой. Селфи с креветкой. Стойте, стойте, я сейчас делаю принтскрин. А еще вот там заспаунился глазастый темный цветочник. А давай, давай, я тебя сфоткаю. Ты присядешь со знаком фотографии. А у меня уже есть такая фотка. Показывать. У меня уже есть. Ну, еще одна креветка впереди. Давайте ее долбанем. Надо ее гасить. Она вот сюда, по-моему, засела. Блин. Ой, так, вон, там этот таракан. Возьмите, пожалуйста, таракан, таракан. Возьмите, пожалуйста, знак, и давайте ему ее приманим. Таракана, два раза его, три. Вот, все, готов. Замечательно. Значит, меня подснуло немножечко. Ой-ой-ой, истекает кровь. Истекает кровь. Вот эта комната, это признак этого пальтишка. Где креветка? Я что-то не могу понять. Только что я видела. Какую креветку? Ну вот, не креветку, а личинку или какая-то. Я называю ее креветка. Ага. Окей. Я ее называю лицехват. Я так понял, у всех тут разные. Хорошо, что ты разговаривал. Я бы так не услышала и не пришла бы попасть. Да-да-да. А так бы вообще все бы плохо было бы. Так. А как ты говоришь, манекена вызовете? 173-й. Там на нем, по-моему, есть, ну, какое-то у него имя и как раз цифра 173. Там какой-то пар. Надо вентиль закрутить. Я подобрал железяку. Закрутила вентиль, сейчас будет видно. Ага. А. Вот когда такой пар, вы ищете вот такой красный вентиль. Понятно. И закручиваете. Понятно, спасибо за науку. Пожалуйста. Так. О, я подарки в другой стороне. Мины и подарки. Тут файрайки, давайте выйдем. А вы сколько вот... Так. У меня один свободный слот. Ёп твою! Осторожно. Убила! Ну ни хрена себе. А это что? Вот это ты ему. Я просто не знаю, сколько ему надо ударов, но я красава. Почти... Я а это случайно не это, которое вроде как безопасное относительно? Нет, безопасное с хвостиком таким. Осторожно. Ну, на собаку больше похоже, да. Давайте а это Альдо с акулей мордой. Я, если что, ваншотная. Ну, как бы... Ага. Если меня кто-то ранит, то я умру. По-моему, пора возвращаться вообще. У меня есть один флот, возьму. Куда он пошел? Сейчас, на разведочку. Но думаю, что пора валить. Чел, пора валить. Сейчас. Ты где? Открытый. Ты есть? Куда? Я здесь, сейчас вернусь. Ну, знаем мы твои, сейчас вернусь. Ну, типа время 7, мы не дойдем. Я да. Знаю, куда идти, я знаю, где мы. Да-да-да, и чайник там у Мэйна. Икс. Ничего нету. Ничего нету. Пойдемте. Там еще один пожарный выход и все. Все, давайте, пойдем. Там еще пойдем. Один пожарный выход был, и больше ничего. Вы только не шумите, сейчас будет, скорее всего, титан. Да-да, все. Но, титан на шум не реагирует, он видит. Так. А вот собака как раз таки слышит. Если что. Я знаю, куда идти, идите со мной. Собака это которая прыгает, да? Собака, это которая кусачая такая, с большим ртом. Слепая это. Да, она не видит, но слышит. Она как-то не ходит, она больше там прыгает. Угу. Тут, нам надо чуть правее, там наш корабль. Вон он. А, все, вижу его. Окей.
А вот на это надо кричать наоборот. А как кричать? Это все проверено. А ну пошла опыт. Отсюда, пошла, да, пошла надо отсюда. Кричать, она не будет подбегать. Ой. Ух, ну нахер. Не, ну. Подарок откройте. Там еще чайник один был, ну ладно, черт с ним. Я думал, мы через тот же вход пойдем. Открывай подарок. Открывай. Как его открывается? Надеюсь, там пиво. На левую кнопку мышь. О, двигатель. Что может быть лучше? Прикольно. Пиво и двигатель. Так, у тебя есть рассухариватель купонов? Рассухариватель. Знал, принес бы из гаража. Я только что в гараж ходил пешком. Окей. Блин, на улице колотун. Жесть просто. Угу. У нас сегодня утром минус 35 было. Ну чё вы, какая у меня пока минус 27. Пока. Сколько? Минус 27. А ты где? Это ты у нас там один возле моря живешь. Да ладно, ладно, потом. Я в Московской области живу. А ну вот я тоже в Подмосковье. Ах вы, москвичи. Подмосквичи. Это ты у нас один? А я подрижанин. Европеец, да? Подрижанин. Да. Подрижу. Подрижу, дорогие. Или А я думал, ты под парижанин. А мы же еще, да, еще по третий раз надо куда-то ехать. Да. Да, третий день. Трудно самый. Спешу в УНС. Еще собрались тут москвичи, да? Да. И этот самый, как там его. Везде все плохо, кроме одной. Красный Амогус. Я тоже. Можно. Все? Можно. Жми. Жмем. И полетели. Возьмите знак, пожалуйста, будем защищаться. Да, конечно. Капу нажал. Ой, извини. Ай! За что? Я спасла твою жизнь. Это было рефлекторно. Меня спасли, мое тело принесли. Я побежали. Я покажу, куда идти по-быстрому. Так. Я слишком стар для этого дерьма. Если нужно поверху прыгать, то вам я видела, что вы прыгали. Быстрее будет. Ага. А еще? А еще один сейчас где? Он бежит, у него знак тяжелый. у него знак тяжелый, да. Вот здесь внизу. Быстрее, прямой ход прям. Ну да. А чем мы там прыгали реально? В каком-то. Какими-то кругами ходили. Ну и да, это тоже пояснено опытом, да, быстрее всего добежать. Так. Ну что? Я направо. Как обычно. Я направо. Если что, кричите. Окей. Чтобы, хорошо. Вот здесь нет ключика, тут дверка закрыта. Не, нету. А, я нашла ключик. Я нашла. Вот тут туманчик. Внизу пар. Там слева мина. Стрёмно. Говорила. Так. Икс, ты где? Здесь. Направо, налево. Хрен его знает, здесь темные коридоры. Ну-ка, скажи, что нужно. Раз, два. Я не понял, где ты. Скажу на свет. Да вот. Я на свет. Вот. Вот. Привет. Привет, давай. У кого-то ключик, да? Да, у меня ключи. Так, сейчас подожди. Мы напрямую на свет и направо. А, я внизу. Блин, ни хрена не вижу. Здесь жижа и темный. Ой, да, вижу. Аккуратно. Икс. Икс.
Микс. Серьезно, тупик? Ты где? Я Хиггса просто. Я вниз ходила. Жижа на мне, прям при выходе, ребят. Ага. Да-да, теперь на мне. Пускай она до меня доплывет. Кто это? Не-не-не-не-не-не-не. Нет, нет, вот иди потихонечку, иди сюда. Иди сюда. Вот как раз про ту собаку, которую ты говорила, которая безобидная, она на тебя шикнула. А, понятно. А, вот это вот? Да. Понятно. Да-да-да, вот он, его просто игнорирует. Окей, понятно. Бляха-муха! Осторожно, дед! Стой, стой, жижа, жижа! Я выхожу, у меня нет вариантов. Кто там бежит? Ходи. Кто там бежит? Ну, на этого точно нельзя. Только свинял, как свинья. Ой. Ух ты. Ой, ой. Что-то я промазал. Так. Осторожней. Меня жижа не доберется. Ну, это круто, конечно. Давай тоже на перила. По перилам обойдем. Ну да, 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 да. Так и надо будет делать. Ну давай, спускайся ты уже. Жижане. Походу она на меня байтится, поэтому проходи первый. Теперь на меня, блин. Нет, она на... Все, прошелся. Так ты там на эти прыгни туда. О, таракан. Ну давай, иди сюда. Ой, блин. Выходи срочно. Фу. Ты видел там? Ты видел, ты видел? Я не видел, я слышал. Там этот двурукий на меня набежал. Ну чё, пойдем нахрен. А где наша... Ретри? Да. Наверное, уже убежала. Еще 3 часа только. Тут манекен, сука! Я знаешь, что скажу? Если сейчас дред не выйдет, то... А лопат... Ой, знак. Пошли. Я не советую туда заходить. Я уже сгоняла... А, пойдем. Я уже сгоняла посмотреть, живы или нет. Вы на корабле посмотрели. Я... А, пойдем, пойдем. Я здесь. Я видел такое. Ну там я видела несколько монстров. У вас напало. Манекен? 170 какой-то там. Сейчас, кстати, 5 часов. Не, не говори, не говори. Опасно. Ага. Фух. Короче, там манекен и на двух ногах такой кусающий. А его прям, он не успел выйти. О, не успел. Я зашел, он стоит, смотрит на манекен. А жижа куда уплыла? Собака меня укусила. Она же за мной была. Мы же... Знак потеряли, ну ладно. Не забайтили и убежали. Ладно. Сейчас я на него пальцем буду показывать. Я тоже. Ну? 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 Родися, родися. Подожди, вначале для это. Самый параноидный, самый ленивый. Окей, ладно. Ага. Так, сэр, вы это объясните. Ну вы же понимаете, что я все это слышал, что вы там говорили.
Как вы это объясните? Ну, я вначале подумал, что ты там осталась. Я помню, что ты... Нет, я говорю, жижа прям возле входа, я вышла. Смотрю, вы не выходите. Я думаю, ну какие у меня варианты? Я добежала до корабля, посмотрела, что вы живы, и у вас куча монстров. Побежала обратно. Вышел только Никита, получается. Не, я зашел обратно, как бы вспомнил, что ты замочила этого двурукого тварина. Но я только начал его мочить, и тут внезапно появляется эта манекен, и меня что-то станет по-страшному как-то. Я ничего не могу сделать, я пытаюсь убежать, и меня манекен, собственно, спит. Вот манекен нельзя убить, если что, сразу. Да, его только пересмотреть. Я стал по лестнице. Я по лестнице стал спускаться, смотрю, тебя нету. Думаю, ну, походу, мне надо за твоим трупом идти. Покажу, а там картина маслом. Торговец жук. Никен стоит, ты на него стоишь, смотришь. Это собака кусака. Запах меня хватит. Ну, торговца я завалил. Это было просто. Ну что, надо лететь сдаваться. Да, поехали до компании. А чё, так надо компани вводить, да? Да, да, да. Да, сразу в эту компани. Да вроде как. У нас ты, кстати, на квоту есть. Как пишется? Правильно написал? Компани. Ой, хочешь, я напишу. За компани. Вроде написала, и надо конфиг. Вроде я правильно написал, проверяем. Ну, если нас выкинет в космос, значит, нас не туда отправило. Ну да, все правильно. Я звезды люблю и не против посмотреть на звезды. Давай наливай. Просто обычно я играю с девчонкой, и еще там ребята присоединяются. И за компом не я стою. Я не очень понимаю, что туда вводить. Если хочешь, давай, я буду за компом стоять. Да, профессиональные админские навыки, да? Ну, я что, зря проработал 10 лет с админом? Кружка, все сдаем? Не, я думаю, мелочи оставляй. Мелочи оставляй на случай. Давайте все сдадим. Купите, пожалуйста, мне желтый фонарь после этого. Ну ладно, давайте сейчас тогда купим. Просто я говорю с точки зрения, что мелочь, она сохраняется в шкафу, и, собственно, ее... Так, минус один, а вот не надо звонить. Не беспокоить. Вот, короче, мелочь сохраняется в шкафу. И ее потом можно. Нюх обед. Ее можно. Давай, я, говорит, за компом постоял. Ладно, не важно. Это стало не актуально. Ей, 448. Вещи. Что? Знаешь, как покупать вещи? Да. И, пожалуйста, желтый фонарик, там что-то проф лайт. Добро пожаловать в летальную ОС. Напишите help. Какой желтый? Это профессиональный. Да. Так. Он меньше разряжается, мне он больше нравится. Ну да, кому он меньше будет нравиться? Сейчас. Так. Не знаю, может. Блин, съели с потрохами и даже. О. О, а тут этот самый обычный фонарик за 4,5 всего. Ой, и воки-токи всего за 2,4. Это просто эти самые... Нет, обычный фонарик, но... Крышесносные скидки. Мне желтый, пожалуйста. Ладно, сейчас тогда. Желтый фонарик. Хорошо, два желтых закажу и штук 5 воки-токи. Так, хорошо. Тогда про... Да, я пошла ловить, да? Flashlight. Шух. 2, по-моему. Давай, 3. Confirm. Рассказывала какую историю, не знаю, Никита, на месте или на друге. Вот так вот, передо мной бежала Юля, с которой мы играем. Она открывает вот этот люк. А я бегу, что-то тут болтаю и такая... What? Потом он закрыл. Да-да, у нас такая же штука была в начале. Очень аккуратно. Окей.
Окей. 10. Нет, давай не будем жадничать. 6. Все. Тор. Шавел. Шавел 2. Тор. And стор. Па-па-па-па-па-па. Столько фонариков, я не успевать. Там главное открыть эту штуку, чтобы оно вывалило все. Я взяла, взяла. Там еще. О. Я кучу всего заказал, все. Тут фонарики просто дешевые были, я решил, что надо брать. Потому что мы где-нибудь упадем. И будет все нехорошо. Все. Перекатка. Так что там несколько раз будет. Ой. Откройте двери. Да блин. Ой. Да положи ты, Господи. А, мои любимые спрейеры. Дорогие, правда, собаки. А. О, кстати, я хотела. Так, а, все? Надо с фонариком. Я не вижу, еще кто-то есть? Ну, если что-то было, то оно вывалилось все равно. Ну, сейчас. Оно улетит. Хикс, ты там с неба посоветуешь, что нам брать? Может быть. Все взяли. Супер. И лопата. Ну и всего две лопаты, правда. Ну, как бы. Если что, ну, даже покажем на месте. Я с фонариком буду ходить, вы с лопатами. Все нормально. Супер. Ну все, давай тогда поехали. Не будем заставлять ждать поехали. Товарища. Так, ну что же. Следующая квота. Что там, ты сначала рычажочек подыми, чтобы мы взлетели. И вот сейчас будет следующая квота. Что? Хикс. Давай тыкать на него пальцем. Старые новые традиции, да? А, ты где вообще? Вот, давай, это. Мексиканская дуэль. Беги, беги, беги. Что это такое? Зачем монстр ты берите? Так, что я ты делал? Я слышал cool story, я был на тебе. Когда я упала в люк. Да. Но тогда, ну сейчас было специально, тогда было неожиданно, и я кричала. Да. Ну вы закупились, это что за набор юного бомбера, а? Вы что, мы что, пойдем метро бомбить? И электрички, граффити, фонарики, рации? Там просто были 80% скидки, и я подумал, что надо брать. Фонарик за 4,5 бакса или воки-токи за сколько там, столько же, за 2,5. Ну что, мы пойдем втроем или я на тумбочке встану, постою? Я хочу с фонариком пойти, я пойду на прогулку. Дело хорошее. Вы решаете, как, я могу с вами пойти или вы могу на тумбочке постоять? Ой, сам. Давайте я пойду с вами. Давай. Так, я беру дерьмовый фонарик. Беру рацию. Давай. Фонарик берешь, да? А я лопату и спрей. У нас квота 230. Квота 231. Фонарик выключаем, заряжаем. А, точно, фонарик. Зарядить он. А, да. Так, вон туда. Это мейн. А я пойду на фонарик. Да, вон вижу. Окей, рацию включил. Удачи! Что у нас тут? Удачи! Давайте! Ой. Улей, обходим. Что, в разные стороны разбежались? Попробуем стыбрить улей.
Прием, прием, проверка, как слышно. Кедр, я заря, как слышно? Рация, похоже, выключена. А на кью же? А, я включил, у нее, походу, выключена. А, понятно. Ребята, я внизу! Рация, рацию включи! А у меня ее нету! А, нормально. Что, один с рацией? Ну что? Че, пойдем? Пойдем. Тряхивай баллончик. Подарок. Я вас слышу ближе. Отлично. Я подарок нашел. Операцию брал? А? Нет, я рацию не брал. Нет. О! Ребята, я вас нашла. Ого, супер. Да? Смотрите, у меня два предмета. Есть пиво. Я пойду пиво донесу. И к вам приду. Пойдешь на карту с пивом? Да. Да я вернусь. Да, ты... Да-да-да-да, конечно. Да-да, ты там это... Фонарик оставь. А, рация, рация. О, кстати, рацию возьми, да? Рацию возьми, ты можешь прямо с корабля нам говорить, что... Короче, вот там справа, если что, вход FireExit. Ага, блин, я уже потерял. Хикс, ты куда спрятался? Я направо ушел. Направо, наверх, что ли? Блин. Да вот я, вот у мейна. Вот. Я вижу. Там ничего вроде нету. Таким фонариком, да? Да. А, вот это вот. Пошли назад, назад, там турель. Ага, окей. Мы можем попробовать пробежать. Думаешь? А, вон вижу. Она в другую сторону вообще. Она сюда не смотрит, отлично. Ты куда? Я где открыто? Ага. Направо, что ли? Я вижу. Да. Кедр, кедр, я заря, как слышно? Слышу вас хорошо. А, вызываю артиллерийский удар по своей позиции. Ага. Отлично. Шутки за 200. Надо было ей подарок отдать. Тишина, ничего нету вообще. Да, но там ты можешь идти по граффити, на турель в принципе не напрёшься, она смотрит в другую сторону. О, железяка, пошли назад. Еще одна железяка. Мы идем на выход с тяжелым грузом, с двигателем и шестеренкой. О, тут еще какой-то. Че? Вниз. Подожди, подожди, подожди. Что за фигня? Отлично. О, Fire Exit. Вон это прямо сюда выйдем. Мы возле Fire Exit, и тут сейчас шестеренка. Ой, ой, ой! Пальто, ну, в смысле, человек, цветок. Уходим нахрен. Давай, давай, давай. Мы живы, но тут это самое, кто? Здесь манекен или человек, цветок. Этот манекен, пальто, ну, пальто, пальто. Здесь манекен, пальто, пальто здесь, осторожно. Мы, короче, упали. Что у вас тут творится?
Так, мы луцки. Ой, ай-яй-яй, здесь это. Отходите, уходите нахрен. Ребята, я пойду до корабля. Я тут возле Fire Exit. Я возле Fire Exit. Ага. А тут наверху какой-то... Раз, два, три, четыре. Я тут, как слышно. Раз, раз, раз. Я тут кричу, да. Раз, два. А-а-а! Я сверху тут дата entry. Можно найти. Все, слышу. Бонжур. Ну все, пойдем. Пойдемте, товарищ. Все, я пришел. Я говорю, тут на этом бетонном блоке этот элемент, ну, какой-то лог можно найти. Вот здесь вот. Нет, это кассета. Она есть на каждой карте, и в этой кассете информация об этой карте. Ладно. Ну, типа, в компьютер она загружается, она можно посмотреть, почитать. Типа. Нам в лес, да? Нам чуть правее, по-моему. Лес-то неплохо, вот, походу, сосновый. Нет, за эту горку. Сканировать? Нет, там не падать. Надо вот с другой стороны обойти. Где этот корабль вообще? Ой. Сейчас затыкаю. Для меня съели. Ребята? Меня съело. Ребята! Только не говори, что червь их забрал. О. Приятно с вами познакомиться. Подарок кто брал? Я брал. Хорошо, поиграли, отлично. Давай, сваливаем. Всего хорошего. Подождите, а вы нажали автопилот? Я, может быть, пошла бы за вашим лутом, ну что ж вы? У меня нет времени. Нас же сожрали. Я не успею сходить, это всего один час дается. Не надо было нажимать, ну, ребята, я бы принесла что-нибудь. Съели бы тебя. Ай, черт. Ладно. Интерн. Сковая рыбка. Ой. О, как. Эх вы. Съели бы тебя. Нет, не съели бы. А если червь съедает? Он, надо... У вас есть пара секунд, но насколько я осознала, когда меня ели, он из земли... У вас песок такой появляется, анимация? Да. Чтобы, ну, да, земля, типа выкинуть все, да, успеть? Земля... Нет, ну, чтобы, да, быстрее побежать, можно кинуть большую деталь, например? И сразу в сторону. Он же круглый, большой. У вас под вами получается такой небольшой диаметр. Вам из него надо просто выйти, потому что он из земли прям вырывается вверх и забирает вас с собой. Угу. Мы в любом случае ничего не выкинули, но поэтому... Я еще закричала, смотрю, а вас уже нет. Это было не нажимать, я, может быть, сходила за чем-нибудь, каких-нибудь ваших лут забрала, может быть. Мы ничего не выкинули, нас съели вместе с железяками. Нет, лут остался там, я же посмотрела по кораблю. Ну ладно, будем знать, ошибка новичка. Хорошо. Ну давайте. Просто время еще было, вот, а за час я бы не успела. Я бы только в одну сторону сходила. Окей. А что, куда летим? А, затмение и шторм.
А что-то нормальное есть? Ничего нету. Assurance, Experimentation, Eclipse написано. И воу, Шторми. Вообще неудобно и с фонариком из рации ходить. Болото тоже в Шторме. Да, ну давай какой-нибудь Шторм, потому что... Не. Шторм? Не надо Шторм. И полбеды, и зыбучие пески. Ну как бы, зыбучие пески еще можно найти там в этом, в дождичке, а... Нет, а эклипс нет. Это у нас что? Эклипс это когда все затемняется, и всякие твари начинают вылазить на... Нет, это ну, затмение или что-то ну, типа так того, там сразу есть. Собаки на выходе. Эклипс да. Это не как надо. Раз таки затмение. Самое плохое это потоп, потому что невозможно потом вернуться. Помню, эклипс, помню. Ну, тогда... что собаки, тогда мы не выйдем. Волк. А вот до... когда шторм, это еще полбеды, можно спастись. Ну, да. Давайте я за вами послежу, может. Я чтобы не, не тратить, я рад, что оставлю. Хитрый, хитрый. Я беру только фонарик. Я тогда рацию одну возьму. Давай. А что это за карта? Ты, а, ты будешь на тумбочке, да? Да, я попробую на тумбочке. Да, у тебя рация? Да, не забудь, здесь монитор другой. Этот, хороший. Куда идти? Так, вы меня слышите? Я покажу. Так. Ты живой. Угу, да. Так, вы на мостике, все нормально. Так, один пропал. Все живы. Все ж... Брексит, я на Маринске. А, просто разные уровни, наверное. Так, тут желтые какие-то вещички вокруг. Эритреи. Хикс, нормально. А что-то красненькое рядом с тобой. Ой, желтая, желтая это стенкой. Я никого не вижу. А что такое желтая? Это желтая за стенкой, да? Блин, фонарик почти раз. Так, повернись, повернись назад. Вот, вот, тут что-то. Нашел, нашел, супер. Шел наверх, тупик дальше. Так, Эритрея нанесет кто-то куда-то уже. Так, дальше. Ты выходишь, все нормально, никого не вижу. Так. Так, нормально идешь. Так. Там тупик. Сейчас Эритрею увидишь, да. Вот. Так, Дред, подсказывай, куда нам идти. Так, блин. Эритрея уже убежала. Иди. Правильно, направо. Налево. Да-да-да. Так, дальше я пока не понимаю, но, в общем-то, можешь идти прямо. Стоп. Ой, что там такое красное? Так, теперь на... Вот, в другую сторону, да. Ага, супер. Ага. Так, вот в этой комнате лут. Да, вот он. Взял.
Рядом с вами красная точка. Так, 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 так. Вот очень медленно идет в вашу сторону. Вот за стенкой. Так, походу это медленно, это какой-то чувак. Сейчас выйдите за дверью, оно будет там. Вот подходит сейчас. Уходите через другую дверь. Окей. Тогда я беру лампу, а ты веди меня на... Так, а блин, а как тут на выход этот... Как вас на выход вести, я не понимаю, не очень. Так, хорошо идете, молодцы. Никого нету. Так, здесь налево. А, красная, 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 красная по правой стороне. Идите вперед, вперед идите. На, сзади, сзади, сзади за вами. Впереди тоже еще одна вылезла. Что это такое? Что это с вами? Личинки, что ли? Я жив, но я один. Что это? Личинки? Нет, это волосатые уже. Так, сейчас я посмотрю, какой лут получше взять. И это самое. И буду топать назад, ты мне... Сзади тебе красная точка, кстати говоря. Да, вот, ты на ней. Эритрея, походу, умерла. Ну, в смысле? Все, беру лут. И второй подбежал к тебе. Так, это закрытая дверь. Иди прямо и налево. Налево, да. Прямо теперь. Прямо. Есть какой-то выход? О, есть. Супер. Так, никого вокруг нету. Что-то нашел, увидел? Красивое большое. Ой, что случилось? Ой. Есть у меня ощущение, что ты того. И ты того, и ты того. Да что ж такое-то? Я понял, что это такое, бляха-муха. Я же говорил, не надо на шторм. А тут еще всякие твари. Так, блин. Сбрасываем все, чтобы... Блин, и где ж вы там уронили этот клуб-то? Ой. Я не трус. Сука, я боюсь. Поехали домой. Нехер тут делать. Опять прибьет. Извините, без лута, но зато хоть кто-то живой. Ну, я самый ленивый, да. Отлично. Эритрея, молодец. Но нет.
Я просто обычно беру либо фонарик, либо рацию. Ну, нет, пока с фонариком больше не будем ходить. И лампу, похерили, и роб. Там это у вас электричество бахнуло. Робот, кстати, душный, когда он постоянно шумит. Да-да-да-да-да. Нет, у меня так, Никита у нас... подставил немножко. Там, там креветка забаговалась, это полбеды. Ну вот смотрел на темного, не надо смотреть. А, там еще этот... Да, он забрал меня, на его глазах мне шею свернул. Человек-пальто этот? Или как там его? Цветок или его, его зовут ее муж, поэтому называем ее мужем. Я пыталась договориться, но тут другое звено подключил. Но я так понял, что с этим... Вообще должен был его забрать, а не меня. Что на этого человек-цветок, человек-пальто, как его зовут. Надо чуть-чуть смотреть, но не смотреть. Чуть-чуть смотреть, но не смотреть. Но... Надо смотреть. Если вы его вообще не заметите, он подойдет со спины и сразу вас убьет. Это да. Да, его надо приметить и не смотреть. Сразу хоп, отводите взгляд. Ну, я обычно в пол смотрю. Ну что, кто спалился, и он такой, да, ему становится стыдно, да? Угу. Да, и он такой, так, блин, ладно, надо, я подкрадусь попозже. Такой, уходит. А потом приходит опять. Ладно, что там у нас по плану? Он как ассасин такой, если дадите ему подкрасться. Я впервые на твоем канале. Можно рассказать о себе и своих друзьях? Да, конечно, рассказывай. Почёр. Так. Так, давайте. Так, а у нас что, один день, да, остался? Да. Вот в чём. Сколько у нас чего, кого? Ну чё, куда мы пойдём? 145 мне показывает. А нам 145, надо 200. Да, вот уже 145. А нам надо соточку ещё как минимум принести ещё. Надо... Блин, столько лута, а, ну ё-моё. Ну да, я вот там нашла бы и этот, и колокольчик, и роботы, и... А я смотрю, блин, заискрилось что-то, думаю, наверное, лампа эту выкинули. Это, мне кажется, это лук, потому что там обводка металлическая у нее. Да, кажется, ну у меня еще колокол был. Да, там робот точно лук, нет, просто... он пластиковый, а вот... На что? Лук, скорее всего, да. На что робот пластиковый, в него не бьет. Робот пластиковый. И в бутылку тоже не бьет, вот, вот в это пиво, и которое шампанское, флешка. Окей. Ну стекло в стекло не бьет. Итак, Аня, мы еще не прилетели. Ух, ну ладно. А. Так, ну, дубль 2. Так, я возьму фонарик, с вашего позволения, другой. Она тоже стримит на ВК Плей, но сейчас в данный момент она не стримит. Это Дред. Да. С него я здесь, на этом корабле. На этом корыте. Так, тут, короче, 17 объектов на 1000 баксов. Или мы все пойдем? Ну, не знаю. Я всем, наверное, можно идти. Пойдемте здесь. Мы тут уже были, пойдемте туда. Это офенс. Пойдем. Да, на поворот. Вы уверены? Люди, кто ж так строит? Люди, валет. Выйду в поле ночью с лопатой. Знаешь, что он мне говорил? Он мне говорил, устроишься сюда, на этот корабль, тебя ждут хорошие условия. Все по трудовому кодексу, все нормально. Медицинская страховка расширенная. Ой, врун! Да мне тоже, типа... Сейчас. Да мне тоже говорили, приходи в компанию, будет весело, говорили они. Хорошо, мы налево. А у вас склад, там какой-то. Так, а у меня катакомбы, ну понятно. Какие-то как. О. Сверху тупик, снизу катакомбы. Я пошла вот так. Идем. Идем. Я так. Так, пойду дымку закрою сейчас, подожди. Дымка. Угу. Нашла? А здесь всегда тупик. Дымка невидимка. А, не тупик. А нет, не тупик, тупик. А, тупик. А, тупик, да. Все, ладно. Окей. Смотрите, смотрите. Турель. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я слышу мину, аккуратнее. Тупик, пожалуйста.
Так, у меня подарочек и лазерный. У меня мина справа аккуратно. И еще одна. Да, вижу. Так, какая-то лестница. Ага, это выход туда. Так, я нашла рыбу. Рыба моей мечты. Ясь? Ты рыба моей мечты. Так, с моей стороны тоже тупик. Справа тупик, слева проверяйте. Справа тупик, слева проверяем, окей. Так, здесь тоже понятно. Тупик. Понятно. Что у нас такое? Здесь ничего. Отлично. Так. Раз, два, раз, два. Есть кто живой? Здесь, 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 вниз. Вверху тупик, здесь много лута. Спускайтесь. Хикс, много лута, спускайся. Блин. Акула! Блядь. Ай, блин, так и съела. Приятного аппетита. Да, ну там 4 удара я нанес какие-то. 3-4. Блин, она прям за стенкой. А там непонятно было, я подумал, что она уже все, она еще не все. Здесь очень много лута, я столько не унесу. Ребята, вы живы? Флэт. Вот, надо рации использовать. Так, у меня знак, свет. Есть чем драться. Ну, сука, давай. Она там была, да? Я готова, оборот. Икс. Пошли, нет. А может, пошел ты? Так. Я думаю, я принесу нам сотню. Это будет правильный выбор. О! Ты живой, привет. Господи! О, привет, да, я тебя знаю. Вот эта вот с акулей мордой дрянь, которую я до этого убивала. И она, по-моему, спала с нашим другом. Ну, не точно, это было через стенку, но по звукам показалось, что она очень, очень даже точно. Ну, я решила, пойдем-ка домой. У меня 3 лута, я решила, что надо сотню принести, и мы выиграем. У меня тоже полные руки. Я говорю это самое, спасибо этому дому, пойдем к другому. А, нет, там вот сюда, по-моему. Не-не-не, вот, вот сюда, по-моему, правее чуть-чуть. А, давай, тут, ты лучше нет, ориентируешься. Нет, тут уж... Я что-то потерялась, подожди. Так, если мейн тут... А, нам в обратную сторону вообще, пойдем. Ой, пошли, пошли. Мейн же здесь, нам от него направо. Я всегда почему-то хожу сложными путями. Меня даже товарищи иногда Сусанином звали. Вот, нам вот здесь вот, туда, в ту сторону. Я даже нашла знак, думала, ну сейчас буду драться, но я не успела. Ну, она была за стенкой, а я нашла файер-эдди, думаю, не, тогда и пошла отсюда. Вы сканером пользуйтесь, ребята, там же он должен. Что посмотрим по компьютеру? Но мне кажется, он не выжил, она его сожрала. А вот корабль отлично. Кстати, чуть-чуть, уже к 5 часам, возможно, собака. Понял. Ну или червь тоже особо аккуратно. Так, больше я такую ошибку не совершу. Если что, я сразу выкину. А где наш товарищ? Ты на нем был, вот он не движется. Да точно! Я где-то вот здесь была параллельно ему, а он за стенкой. Держи точно... подарок, может тебе повезет в этот раз. Давай, давай, я тебе, ты мне. Давай. Раз, два, 4. Убей чайник, вон чай пить. Отличный план. Так, лазер. Так, еще один знак принесла.
отлично. Ну все, полетели. Хватает, все, все, да, у нас все хватает. Все нормально. Ну, цел два. Что-то пробуждет. О, собака прибежала, на которую надо кричать. Ну пошла, пошла отсюда. Уже не услышит. О, хорошо, собрано. Привет. Типа съела вот эта вот штука с акулей мордой, да? Да, да, да. Я говорю, ей три. Ну да, я вы меня ни хрена не слышали. То есть меня три раза укусило, а потом. То есть я его три раза шмякнул, а она меня потом взяла и закусила все равно, зараза. А ты что, у тебя было лопата была, да? Что был? Там лопата у тебя была? Да, лопата, блин, была. Я ее бил, ну, бил. Этот мем, мем. Нет, ты три удара мало. Ты же знаешь этот мем? Где лопата? Ответственный за лопату. У меня только знак. Тебе дадут знак. Тебе дадут стык. Да, нам сдаваться, по-моему. Компания полетела. Продаваться. А, да, и надо смотреть там. Может, скидочки есть в магазинчике. Я бы еще купил желтых фонариков. Стадин, получается, я потеряла. Ага. А, у меня много подписчиков. Помогают. У меня много подписчиков из-за видео. У меня есть одно видео, которое набрало это почти 700 тысяч просмотров. Притом такое самое дебильное видео. Я не знаю, почему его смотрят. И с тех пор на меня подписываются. Ну, это было давно, лет 8 назад. Я надолго, так сказать, канал забросил в свое время. Раньше видосики пытался пилить. Вот. А сейчас, думаю, надо стримить. А, знаки. Зачем я знаки схватил? Один, знаки один можно оставляем. Продать, один можно оставить. Не-не-не, все оставляйте. Продаем только ненужное. Я рыбки продам, они меня бесят. Че, постоянно рыбки попадаю. 200 с чем-то. Да что ж ты делаешь, господи! Да зачем? А что? Вот это вот студентики, конечно. И ты умрешь, я читаю, что сам сделаю. Если он там открыл уже эту, то не подходи. Лайфхак тебе. Если он открыл там свою забрало, то не подходить лучше. Вот, все, мы сделали квоту. Ура, сделали квоту, можно допродать, наверное, что-то, если что. Здесь ну, у нас два знака, чайник и лазер и склянка. Ну, это вся эта мелочь, которая сохраняется в шкафу, это... Я смотрю на него как на гарант. Вот, у тебя желтый фонарик, кстати. Да. Так. Да если можно, то купи еще один. На всякий случай. А то я один уже просрал. Так, так, Лена, что у нас там вообще было? Там раз, два. Рацию я не потерял, я потерял только один фонарик. Желтый. Ну, рации мы там накупили в самом начале хорошо, потому что они были дешевые, как собаки. Ну, в смысле, не собаки, а это самое. Шух, шух, шух. Надо реорганизовать все. Так. Значит, рации у нас есть, фонарики у нас, но можно купить. Так, штор. Итак, покупаем профессионал. Да-да-да. Флешлайт. Это нам надо. Давай, две штучки. Конферм. Дальше идем в стор. Па-па-па-па. Что нам может быть нужно? Extension ladder. Я бы, конечно, все-таки шовелы взял бы. Шовелы. Может, шип проапгрейдить?
давайте с... Ну... Транслейтер. Что еще? Ну, я тут сигнальный транслятор. То есть можно что-то... А что он делает? Можно с корабля отправлять сообщение. Ага-га. По-моему, они разве денег не стоят? Очень стоят. По 100 рублей, да? По-моему. 255. Я очень дорогие вещи покупал. Нет, одно сообщение стоит 100 рублей. Да? Да. Ну, это будет... По-моему, это невыгодное вложение. Ну, это... Когда нам не будет хватать такую воду. Ну, если это так, то, по-моему, это какой-то... Плохая идея. Это не плохая идея, это как бы, в общем, какая-то плохая экономика в этой игре. Потому что у меня вот эти вот спреи, которые я думал, что они не заканчиваются, но они тоже такие относительно, они все равно... Нет, они заканчиваются уже. Да, они заканчиваются, вот. Я это тоже узнал, но... Они, во-первых, заканчиваются, а во-вторых, ну, они такие полезные, но относительно, вот. Нет, ну, вообще, там куча катакомбов, а так как я вообще ориентироваться не люблю, когда вы это сделали, я нормально нашла вас. Это помогает? Не, это да, но... Это да. Это хорошо. Я согласен. Но это стоит 50 баксов. 50 рублей — это не так уж и много. Это вот один раз пиво принести. Это я согласна. Я буду работать на эти штуки. Ладно, давай уже. Поехали. Возродим товарища. Ну что, на болото поедем? На Рен, на Титан. А сколько у нас денег осталось? 25. На Титан? Титан за 700, за 25 мы не поедем. Ну, поехали тогда на Марч. Так, а вот и я. Сразу попрошу, закажи, пожалуйста, мне таблетки от морской болезни. Меня укачивает в этом корыте. А это что такое? Это что лежит? Радиоприемник? Это сообщение отправлять с корабля. Я тут смотрю за вами. Они стоят денег. Ага, я тут смотрю за вами, думаю, какой-то ситком наблюдаю. Коллеги, вы тут ругаетесь, ссоритесь. Мы обсуждаем план действий. Я буду работать. Я буду работать. My friend got it. Это сериал. Так, а чё, куда? Ввёл там, куда мы едем? Да-да-да, надо такая хова. О, поехали. Так, вот. Нам нужно кормить детей. У нас квота... Квота 340. Надо подкачаться. Ой, тут дождь и молнии, понятно. Пущит. Ребята, надеюсь, все выживут. Да блин, значит, там же так, не было молнии и дождя. Там же было все нормально. Тут шторм, тут Зевс. Прошу еще одна cool история. Ага. Я тут немножко залупалась, скажем так, на Зевса, и он ударил меня в локти. Поэтому советую вам не делать моих ошибок. Зевс, за что ты прогневался на нас? Я кричала, что Зевс хуже Тора, и получила по жопе. Слышал, Зевс? Ты дерьмо! Ой-ой-ой-ой. Так, не утоните, пожалуйста, еще на всякий случай. Я сгоняю на Файрэггит и вернусь. А вы рации не берете? Я вот пойду. Рации. Мадрид, Мадрид. Ну и погода. Я без фонарика, но я молодец. Пошел, Андрей. Привет. Привет. Ты скажи, что у тебя я есть фонарик. Я компания в сборе. У меня есть фонарик.
Не пиво. Иду на твой голос. У меня два пива. Так, так. Вот, пиво, вот, 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 вот пиво, вот. Пойдемте приторбаним пиво. Оно хотя бы молнией не бьется. Отлично. Я попробую перепрыгнуть. Плохая идея. Только... А, не, я не сюда, не сюда пришла. Я потерялась, подожди. А, тут еще дверка, все. Сюда, ну, сюда куда-то. Ага. Ага, вот, здесь вот сюда. Здесь тупик, и у меня колба. Че у тебя? У меня колба и тупик. Так. Сейчас вернемся. Че он там говорит? Че? У него тупик и колба. Куда? Что? Куда ты бежишь? Я просто разбегался, чтобы перепрыгнуть. А вот тут вот тоже прыжковый перепрыгнуть. Да, держи. Ой, напугал меня своим пупком. Что ты творишь? Макс, посвечу тебя. Что вы творите? Я! Получилось. Адара! Ой. Блин, такой звук страшный от этой штуки, конечно же, спида. Шифтуем! Е, все получилось. Так, а подождите, мы тут уже были. А это получается еще один вход-переход. Понятно. Ага. Так, я пойду выложку. Значит, по идее, эта колбочка. По идее, в колбочку тоже не бьет, в подарок не бьет и в пиво не бьет. В принципе, я залутанный могу идти. Если по пути увидите, что я мертва, то извините. Мы тебе все расскажем потом. Да, что мы думаем. Бля. Мину затем, молодец. Просто пипец. Кто-то уже на базе. Я думаю, стоит возвращаться. Пока у нас фонарик не разрядился, а то мы будем плутать тут до утра. О, есть кто живой на связи? Я вообще сюда попал. Понял. И друзей не приводи! Поджимает. Я тебе ничего не дам. Вон, Зевс. Долбани-ка ее, пожалуйста. Иди отсюда. Смешная, конечно. Ладно, я пришла. Там пиво, как же, я же не могу без пива. Блин, надеюсь, он жив. Твою мать, это что? Нет, я ж только что здесь был, здесь тупик был. Леха-муха. Затерялся. Знак. Это знак. Ой, манекен. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Здорово, дружище. Здорово, дружок. Вас еще и двое.
Его можно убить? А его нельзя убить. Нет, нельзя убить. Это прекрасно. Ну, трындец. Куда побежал? Слез. И тот стоит. Твою мать. Никс умер. Это вот. Двойной. И что вы мне сделаете? Вы там. Поехали, да, Плохие. Монитор смотри, монитор, все тут плохие. Все мертвые. Так, сейчас мы посмотрим, кто их купил. А что, голосовать не тихо? Так, объяснительные на стол. Моя ситуация была безвыходная. Было два манекена. А мне только один. А я в темноте подорвался на мини. Я отступал спиной и упал. Так, ну я принесла пиво. Я подобрал знак и сказал, что это знак. Я не улетела бить пиво. Я попал в какой-то замкнутый круг. Все выходы оттуда выходил, почему-то оказались без дверей. Я не мог найти выход, а потом я встретил их. Двух. И 700 каких-то там. 173, я тоже его встретила. Двух 173. Кричала. И он такой, здрасте, такая, понятно. У меня что, у меня такой фонарик был дешманский, а знак и... Конек, пиво за 55, я... Молодец, хороший. Вообще, умничка. Хорошее пиво. Да, правда, в склянку, получается, подарок и пиво, меня никто не ударил молнией, все в порядке. Да. А, кстати, ну подарок откройте, ну-ка, может там еще пиво? Нет. О, пультик. Теперь я буду выключать свет. А он как работает? Может, он работает в этой самой? Внутри? Как? Коди говорил, выключать свет можно даже из оттуда, из помещений. Включать свет на корабле. Отличная функциональность. Так, ну давайте еще куда-нибудь, где нету ничего, пожалуйста, карту. А то очень опасно ходить. Есть да у нас такая? Нигде. Experimentation, Assurance, Evolve, все без подписей. Какую выбираем планету? Да Assurance или Evolve? Да я вообще-то выбирал без подписи, а оно появилось такое вот, как есть. О, поехали. Так, а где мой... А, мой фонарик при мне? Жух. Так, С. Наша задача. Не умереть. Так, девочки и мальчики, слушайте. Наша задача — установить местоположение пси-дисруптора. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Пойду в поле ночью с конём. Тан-тан-тан-тан. Ух, эти ребята еще не знали, что их ждет внутри. Правда? Здорово. Кубик-рубик. А мне повезло еще лучше. Мне повезло еще больше. Смотри, какой у нас любитель пива. Я пивник мастер дел. Так, я не понял, кто тут мальчик? Еще одно. Ну-ка, говорите, кому чего, а мне пиво. Так, тут мина и тупик. Дред. А, господи, напугал меня своим фонариком. Прикинь, она еще пиво нашла.
Это не я нашла, это оно меня нашло. У тебя тут как? Все нормально? Да, я просто слушаюсь. Слушаю, что происходит. Кстати, расскажи мне, каково это подорваться на мине? Как говорит, одна нога здесь, другая там? Я просто еще ни разу не подрывался. Джекпот. Не, ну я считаю. Я считаю, что это джекпот. Ты, короче, отыграл за нас просто. Дред, ты живой? Я живой. Там турель! Там турель у тебя. Да я знаю. А в ту дверочку кто-нибудь ходил? Пойду я схожу. Не знаю, я чайник, пойду чайник, наверх. Смотри, вон чайник. Ой, бля. Где, наверху? Нет, вот здесь чайник, вот, под лестницей. Ага. Опа, всегда. Я сейчас кого-то слышала, какого-то монстра. Сейчас, погоди. Здравствуйте! Все живы? Она сломалась? А, нет, не сломалась. Ой, нет. Так, и Ретри там живая, не знаешь? Скорее всего, но там просто перепрыгивать за пивом надо было. У меня есть... Там такой грохот, всё... Она опять пьёт? Извините. Тут просто есть пиво, но я туда не хочу, мне что-то стрёмно. Где пиво? Я схожу, где пиво? Ну, если ты ловкая и умелая, сильная и смелая, то на этой стороне... Сейчас, бегу. Там у него пиво, я не верю, я без пива не уйду. Я не знаю, сейчас посмотрим. Дред, а там прыгать надо? Да. Извините. Да, типа, будешь прыгать? У тебя есть пустые карманы? Да. Только сейчас вот пробегает вот треска. Тогда давай чайник. Давай знак. Так, тогда знак беру. Вооружаюсь. Так, где? За тобой идти? Да, он куда-то здесь, что-то там в спину. Так, значит, смотрите, вот фонарик, наблюдайте за работой профессионала. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Неси домой пиво, неси. Если что, у нас там уже 4 ящика. Мы одно пиво, надо уже вторую ходку ходить. Пойдемте, пожалуйста, на выход. У нас уже очень много лута. Напоминай, там турель. Пробегаем по очереди. Ля-ля-ля. Ага. Раз, два, три. К нам, я не помню, куда. Нам туда. По прямой. Вот, да, вот туда, туда. Дверь открылась. Тут случайно не манекен? Это муж. Нет, он открывает двери. Какой муж? Ну, темный цветочник. А, этот? Да, нам сюда, вот сюда. Это он открывает двери. Кстати, он не только открывает, но и закрывает их. Он вас в ловушку обычно приводит, если долго от него бегать, мочить. А еще смотрите на потолок. Нам налево. Ага. Нам направо. А теперь ага. И вот выход. Хорошая память. Время 5.
Сколько добра. Так, я беру. Так, и вообще уже 5:05 вечера, с этого момента не говорю ни слова. Пиво поосторожнее, а то разобьется. Не говорите. Оставьте фонарик, мы купим новый. Лучше пиво возьмите. Говорила. Не говорите. Юль, его забрали. Он умер. Да, осталось только пиво. Не говори, пожалуйста. Эх, пиво мое, пиво. А, или он его бросил, убежал. Такой вариант тоже возможен. Сейчас узнаем. Вот теперь-то ты видел червя большого такого? Только что. Да я на себе его прочувствовал. Его съели. Я вернусь за пиво. Я принесу его пиво. Только не улетай, пожалуйста. Безумство храбрых женщин. Поем мы песню. Червя нас какой остановит. Оно со мной. Поехали бутылка, отсюда. Бутылка пива найдет. Не бутылку, а ящик. Отлично. Блин, ну я бы еще, наверное, смоталась за тем пивом. Сколько время? Надо выйти. Подожди. Сколько времени? 8:30. Я успею. Если что, улетаешь, окей? Конечно, давай. Все. Я возьми пошла. Рацию, может? Не-не-не, она только она будет привлекать монстров. Не надо мне рацию, спасибо. Ладушки давай. Безумство храбр. Я посмотрю. Это я. Вот она. О-о-о-о. Лутик. Там какая-то штука. Вход загорался, да, никого нету. Я не боюсь. А, вон еще одно пиво лежит. Ха-ха-ха-ха. Прекрасно. О, с другой стороны, бегает червь. Ой, хрен с ним. Поехали отсюда. Фух, кайф. Адреналин, да? Бьет по глазам. Главное не говорить, чтобы тебя не заметили. Что это у нас? Как будто мы с пивного завода приехали. Мы открываем свой... Пап. Да. Короче, шутки за 300. Значит, смотрите, анекдот. No. Я рыба. No. Вы знаете этот анекдот? Нет. Я рыба, а я пиво. Ну и что? Ну, ё-моё. Это же знаменитый анекдот Петросяна, когда он выходит на сцену и говорит: «Здорово, я рыба, а я пиво». Ладно. Мы слишком старые для этого дерьма. Так. Молодые. Маловато пива, надо ещё. У меня лута там что, только 2 фонарика было и, по-моему, знак. Ну, ничего страшного. Ну, у нас тут 2 знака уже есть. Нет, у тебя съел червь, и осталось только пиво. Я больше ничего не могла принести. У
понял. Ну я пиво успел выбросить, я даже успел отпрыгнуть, но, видимо, я не успел отпрыгнуть вот далеко. Ну, вот так получилось. Ладно. Да. Так, один день у нас остался или уже лететь? Да, еще... Да? Нет, еще один день. Еще один еще одна какая-нибудь карта. Да. У нас был рекорд с Юлей. Мы принесли на корабль 12 ящиков пива. И до сих пор его не побили. Еще ни разу его не побили. Свой собственный рекорд. Да. Можно сделать одноминутный перерыв? Можно. Можно. Я отойду. А мы уже прилетели, не нажимайте тогда, чтобы время не шло. Да. Угу. Ну ладно, если одноминутный перерыв, то я тоже пойду. Воспользуюсь ситуацией. Что, мы зря так много пива купили? Правда? Да. За каким образом я сказал? Бумбокса не хватает. Угу. Ладно, купим. Еще несколько ящиков пива, и мы в себя сяло купим. А что, они нормально, кстати, стоят? По 50, 60 иногда бывает даже. Угу. Так что это прибыльное дело, знаете ли. Ну, с учетом того, какая у нас стратегия. Лутование. Мне кажется, что какие-то вещи мы без толку купили. Признаю. Ну, зеленые фонарики можно больше, не больше не покупать, а покупать только желтые. Угу. С возвращением. Ты как тут все красиво разложено. Так, а у вас есть Балтика? Или я не знаю. Жигулевская есть? У нас есть ирландский. Я, кстати, был в Жигулевске. Мы когда ездили в путешествие с друзьями. Сказываю тебе историю, Ретри. Давай, пойдем. Короче, 21-й год. Я фонарик не взял, сейчас. Где фонариков? Фонариков нет. Ну, у меня фонарик есть. Фонарика нет. Короче, 21-й год. Пиво, зима сильная. Я такой говорю друзьям. Поехали в путешествие. Так. И мы просто собрались и поехали в лютую зиму в путешествие, но только не на море, а в противоположную сторону. Идет за нами. Ну, мы, короче, приехали в Тольятти, а оттуда мы поехали в Жигулевск с жигулевским пивом. Нет, мы 6 тысяч проехали. Так, давайте, как обычно, я направо, вы налево. Пойдем, я с тобой тебе расскажу историю. Давай, закрывай дымок, иди прямо на него и нажми кнопку Е, когда увидишь красный этот. Вот, молодец. У нас было крайне увлекательное путешествие. Тупик. В Сызрани нам мужик сказал, что вы что, забыли тут зимой. Вот, и мы...
Дрэп, у нас потеря. Он упал. Отлично. Он не держался за поручень. Тут две мины аккуратно справа. А он хотя бы рассказал историю до конца? Он не успел, там что-то в машине тепло, голые сидели. И потом такой, будешь прыгать? И он такой, ага, и вниз. Блин, здесь тупики справа, вообще тупики. Походу нам придется все равно по РД идти. Если вот здесь вот... А вот здесь... О, жижа там, жижа. Вот здесь, да-да-да-да, сейчас я пробегу. Здесь что-нибудь залутаю. Так, серверная, поверю. Я вообще ни одного лута не нашла, что странно. Ой, крадется. Я какую-то доску для выпечки. А, на меня идет это жижа. Вот это вот движение волны. Новая волна. Так. Я фул! Мне надо выйти как-то, я не помню как. Надо в другую сторону бежать, да? Ну вот здесь надо искать файреди где-то. В таком случае. Я вниз схожу. Закрыто. Открыто тупик. Или там дверь. Дверь какая-то. Здесь лампочка еще есть. О, где наверху? Да. А, блин. У тебя есть ключик, тут дверочку можно открыть. А вот ключика у меня нету. Я только один нашла, его уже использовала. Обидно. Здесь тупик получается. Где лампочка? Вот здесь, по прямой. Там тупик. Угу. Что там? А здесь за дверкой, где нужен ключ, упала креветка. Вот она, дурочка. Не повезло, я нашел fire exit. Внизу? Да, вниз, вниз, вниз. Бегу, 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 бегу. Вот здесь вот, да. Все, ну, в принципе, мне можно выходить, у меня фу. Давай, я тут... Ты будешь еще лутаться? Ну, я гляну, что тут, и пойду тоже. Давай я тебя подожду. Ну давай. А тут тупик. Тут тупик, больше ничего нет. А у тебя есть что-нибудь? Могу тебе что-нибудь одно скинуть. Давай, кидай. Че, не жалко. На тебе большую штуку. Пойдем. Пойдем, да. У меня есть руль. Садись, я тебя подвезу. Что-то мне КВНовский номер вспоминается. Вот сюда, здесь легче запрыгнуть, где поменьше. А это что у нас тут такое? А, понятно. Ой, блядь. Где? Терялся? Да, мне показалось, что там... Это самое... Слив. А я сильный, я выдержу. Оп. Потом вниз. Можешь прям прыгать. Не разобьешься. Пойдем. Только тихо. Уже 5 часов. И еще, говори. Еще без 5. Ну, вот. Они с трех начинаются проблемы, если что. Ты тоже? Оп.
Так, у меня... Ой. Нет, болтик и руль. Блин, он так нелепо упал, кстати. Ну, если что, я все засняла. Окей. Все ходы записаны. Да и он на стриме, наверное, тоже нормально так. Вниз. Сейчас он все расскажет от первых. Хикс, прощай. Ну как, мы еще сейчас встретимся. Жалко, что там нельзя тело забрать там внизу, в яме. Надо этот взять, телепортер. А, да, точно. Телепорт. Я вынес так. Две вещи, точнее не две вещи, два вывода сделал. И... Какой? Какие? Первый вывод. А, ты не увидел болт? Второй вывод. Истории до добра не доводит. А теперь две просьбы. Купите мне зеленый костюм и купите телепорт. Купи, пожалуйста, мне желтый костюм. Вначале нужно полететь и сдать все это. Да, сначала давайте все сдадим, чтобы у нас денежка была, а потом. Мне желтый костюм больше нравится. Желтый костюм видно в темноте очень хорошо. Это тоже лайфхак. Кстати, да. А я подошел к перилам, а у них не оказалось коллизии, и поэтому я вниз сиганул. Да ты такой прям солдатик вниз, такой щух, вышел. Я был слишком... Как так-то, господи? Так что разговаривал? Ну так что ты за история? Я слишком уверен в себе. Я больше не рассказываю. Так ты на задании не рассказывай истории. Чтоб меня сожрали? Что тут еще можно сдать? Надо. Один знак оставляем, один сдаем. Какая квота у нас там? 300 с чем-то. 340! Тащите, у них вечеринка сегодня. Понял. 212 уже есть. 315, все сдаем. О, вот кому я пиво принесла. Понятно. Отходи! Блин. Да что ж ты постоянно, да что ж ты делаешь, да господи! А все, штраф слепят. Отойди. Мне кажется... До последней воли была. Мне кажется, ему уже надоело в спектаторах сидеть. Дайте поиграть человеку. Это продавцу этому? Нет, Никите. Постоянно сидит, как смотрит за нами. Итак, сколько? Сикока. Нам надо, чтобы хватило... Сколько стоит телепорт? Не помнишь? Сейчас пойду куплю. Телепорт и желтый костюм. И желтый костюм, да, отличный план. Это шип апгрейдс, наверное. Да, телепортер. Сейчас. Welcome mod, это неинтересно. А, где у нас там эти? Костюмы я не помню. Точнее, я даже не знаю. А что-то нет. Я-то аппетиту. Возьмите, пожалуйста, чайник. А ты продаешь? Я с монстром разговариваю. Великий макаронный монстр, да. Стор. А что-то не продают. Костюмы? Да. Костюм можно посмотреть, когда мы взлетим, еще бывает обновляется магазин. Угу. А, ну пойти все равно.
взлетать. Телепорт так появится, и костюм тоже так появится. Сейчас он там еще закусит, вон там бутылка, и все. Сейчас я там заказал одну вещь. Ща. Заказал бомбокс. Чтобы веселее было. Заберу. О. Cozy Lights. А как переключать мелодию? Выключить и включить. Тут всего три. Вот это мне нравится. Пожалуйста. Сейчас. Пардонте. Будь здоров. Спасибо. Ну что, давай полетели? Взлетим, и ты посмотришь, да, костюмы есть желтые. Ой, мы вместе нажали, вот это да. Да, да, да. Ой. А Хиггс до сих пор там где-то на планете. Он в желудке переваривается. Он стал частью компании. Вот и я. Сразу сходу, третья просьба. Закажите мне дешевый фонарик. А, точно, фонарики, точно. Почему? У нас есть фонарик. Вон, два желтых фонарика. А зачем тебе дешевый, когда можно? Всего два. Один твой, один мой. А, один твой, один твой. Моего нету. Нет, тогда... Я смотрю, вы уже тут ситком прогрессирует, вы уже вместе тут за ручки дергаете, да? Я возьму время на полномочия капитана корабля на себя, поэтому я объявляю вас мужем. Как ты можешь быть капитаном, если ты все время умираешь? Капитан всегда покидает команду, нельзя оставлять команду. У тебя выживаемость минус 300. Я не знаю, какого хрена он меня опять сожрал. Я нажал и сразу сожрал. Он меня очень любит. Не надо тыкать, когда окошечко открывает, нельзя звонить на звоночек. Это его раздражает, он вас убивает. Как только он открыл свое забрало, лучше отходить. Я понял, все. Ошибка новичка, больше не буду повторять. Есть там желтый костюм? На самом деле повторю. Зеленый есть. Брать? Ну давай, ладно, для разнообразия. Почем он? 60. Пяти. Убери. У нас квот 516. Охренеть, как вам сколько лута надо теперь. Одеваемся молодежненько. Теперь я зелененькой. Точно. Ты ему там портишь. Что ты там делаешь? Он, кажется, баллоны испортил. Чего ты там? Я тут тебя пальцем откручиваю, не пиля, на баллоне. Дред, не поворачивайся. Ага. Я тут завхозными делами занимаюсь, а вы тут балуетесь. Ахаха, не щекотно, не щекотно. Welcome to the Jeep. Щекотно. Так, есть там планета... Или, а сколько у нас денег? Нам не хватает на Титан, например? А, на Титан? Ну, на Титан уже, наверное, не хватает сейчас. Так, Титан. А ну там не очень хорошо. На Рен давайте посмотрим. Рен 550. Нет. А на Титан сразу по лестнице и вверх. Я еще ни разу не был на планете. Какой дред? На какой? На Титане? И на одной из платных. Мы только как бомжи бичуем на планету. Давайте тогда смотрите, у нас квота 500 что-то там. Давайте мы ее соберем. И отправимся в путешествие. Много денег и поедем, пожалуйста, на Титан. Я вас очень прошу. Хорошо. Рукам! Да. Дред, ты будешь одевать зеленый костюм? А надо? Или ты Амогус? Сус. А вы пойдете с музыкой или вы тут ее оставите? Да зачем нам музыка там?
Я один раз ходил. Монстров развлечь, там, умереть сразу. Да-да-да. Ты только тут ее не включал. Да поехали, блин. А... то это... А то все монстры сбегутся на музяку, на дискотеку. Сейчас тут прилетит это... А что за планета? Фонарик? Это марш. А лопату кто-нибудь взял? Катя, ты фонарик заказал? Да-да-да, вот сейчас должно прилететь. Вот сюда прилетит, по-моему, с этой стороны. Здесь должен быть, вот здесь вот, на горочке. Но это не точно. Зевс, я взываю к твоей силе. Че такое птыщ? Здесь туманно, мы не видим, туманно, потому что. Ну там вдалеке нет. О, блин. Тихо. Иди, фонарик. О. А это даже два. Да. Так, пошел занесу и иду к вам. Да, вы по мейну пойдете? Давай по мейну. Так, а я вас найду. Ну как обычно. Ты кто? Я Супермен. А я Бэтмен. Бэтмен против Супермена, да? Ватманы против. Так, здесь какая-то дверь. Может, она туда же пошла? Пойдем сюда тоже, зайдем уже. Да. А да, хотел написать, но не получилось. А вы что, заходили? Да, просто нашли первую дверь и сразу решили зайти в нее. Ой, да, тут турелька. Там турель, да-да-да, аккуратно. Через сервер, но есть проход, пойду дальше. А наверху пусто, да? Внизу. Тут два пожарных выхода, да? Ты отпугиваешь злых духов? Да. Нет, две дуделки. Ой, блин, батарея. Я пойду выложу, я приду. Фонарик не подзарядил. Так, я пойду. Подожди, стой. Чё? Чё? У тебя этот самый... У меня всё. А, понятно. Просто здесь скину, тогда это бесполезный фонарик. Вот так вот. Хиггс.
Бля, что-то без фонарика как-то. Нехорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Это какая-то хрень. А вы не взяли фонарик, который был там, на Fire Exit? Я взял, я его подзарядил. Я его себе свой положила, а взяла твой, зарядила его на корабле. Ну, все одинаково. Так, я пошла донесу. Ладушки. Ты тут? Где? Да тут таракана забил. Вот, ты тут. Отлично. Надо возвращаться, я думаю, уже. У меня руки полные. Да я что-то как-то последние разы все хожу, как смотрю вокруг и все. Короче, ориентируюсь на таракана. Вот он, выход, кстати говоря. А пойдем смотреть? Ну, пошли. О, еще один таракан. Еще один таракан. Ой, меня за что? Извини, ты просто попался. Тихо-тихо, там личинка на потолке. Да. Туда и идем. Ну и не нужно, наверное. Где у нас выход может быть? Ну, выход в обратном направлении, если что. Там пожарный или майн? Там майн. Понял. Подвисло. Пошли назад, и все. Мне больше там не интересно. Там мужик этот ходит. Пошли нахер отсюда. Да, пошли. Ну нахер. Ну ты видел, видел? Видел, вот. Ориентируемся по тараканам. Икс. Так, сейчас. Видишь? А, у меня просто стамина, да. Не зря мы его забили. Он теперь полезное дело делает. Нам дорогу отмечает. Да.
Да. Отлично. Ну, уже темно, пора валить. Да. Так, не упади в яму. Не, не беги, не беги, не беги. Где этот корабль-то? Где-то на другой стороне. Вон он, по-моему, или нет? Да. Вон, 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 все правильно. Да, он. Да, немножечко отвалился. Ну что же, как-то так. Ты дисконнектнулся прям в самый ответственный момент. Да, блин. Я честно тоже не понял, что произошло. Ну вот, ты, реально. У тебя было написано host disconnect. Ага, именно так. Странно. Блин, но... я все равно помер. Я очень хотел принести тебе пиво. А как? Меня сожрали прямо перед кораблем. А, тебя сожрали, видимо, из-за этого там. Да, меня здоровяк. Я только собиралась вас телепортнуть, и хост такой дисконнектор. Я такая, понятно. Блин, обида, а? Обида. Блин, это я что-то меня вот это вот все тащило. О, боже. Так, сорян. Ладно, не унываем, у нас 2 дня, мы справимся. У нас еще есть, если что, лут. А, нет, нету. Нету у нас лута. Как-то, нету, пропадает, когда все умирают. Ну да. Так вот и 516, твою ж мать. Так, тут только одна планета нормальная. Блин, а че так дисконнектнуло-то, а? Непонятно. Главное, у меня ни стрим, ничего не прервалось. Это игра. Just a game. Ну, это качество игры. Индюшата? Да. Я не могу дернуть за рычаг. Ну-ка. Во, а мне не дергается. У меня нету буквы Е. У меня буквы Е нету, не было. О, вот фонарик могу взять. Можно я рацию возьму с собой на этот раз? Так надо тогда кому-то еще. Сейчас можно. Давайте я на тумбочке постою. Давай. Это да. Невыгодно, у нас 2 дня и очень большая квота. Думаешь, а то я бы, может, просто сориентировал, где лут сразу, чтобы быстрее было. Я найду. Че, мне на тумбочке стоять или пойдем? Давай, да. Иди, а и мне все равно ни фонарика, ничего нет. Я, если что, прибегу, заберу лут. Вытаскивать, я буду приходить таскать. Ну давай, лопат тоже нет. Включи рацию. А, да. Ага. Я на рации. Я тоже. Слышно? Слышу. Тут движок. Ходите прямо и справа лут. И прямо, и направо в обоих. Так, она взяла, ты иди прямо. Прямо нет, вот она, прямо перед тобой. Вот. А? Потом это, отзвонись, видишь, или нет. Что, слышишь? Слышу. Так, здесь тупик. А здесь? Так, а вот тут? Еще нет, заходи прямо, иди прямо по коридору, прямо вот туда, где лут нашел, иди.
не туда, здесь тупики, ничего нету. Какой-то прямо. Куда они где прыгают, блин, здесь все плохо. О, ключик. Надо прыгать. Вот тупик. Почему прыгать? Ну вот здесь вот места, где надо все. Дальше везде походу перепрыгивать, только перепрыгивать. Больше нет путей. А, понятно. Вот, вот где ретро, за ней. На другой перепрыг не надо, там монстр. Блин, я прыгала, тупик, не прыгай сюда. Да нет, у ретро тупик не надо, все. На другое место есть. Там да, горе... красная точка идет к тебе. Она зуб. Вот сюда. Кто идет? Там тоже, если прыгнете, за дверью монстр будет. За дверью, говорит, монстр. На выходе вас поджидает красная точка. И прямо тоже какая-то темно-красная точка. Но там лута много. Если перепрыгнете, там много лута. Будешь прыгать? Так, подожди, то есть... Ты хочешь сказать, что направо у нас монстр, а прямо у нас какая-то непонятная маленькая красная темная точка? Маленькая, да, если перепрыгнешь за дверью, маленькая красная темно-красная точка, а другой монстр ждет за углом на выход. Ты все выбрасываешь? Ну, я просто сброшу ключ. Перепрыгивайте. Ну, смотри, там понадобится дверь открыть. Блин. Я верю в тебя. Ух, молодец. Вижу здесь. Раз, два, три, четыре, пять. Примерно. А, там мина там. Так, а вот там мина. Там красная точка какая-то. Все понял. Тогда заходи смело, никого нет. Здесь слева никого сразу не... лут. Здесь никого шесть нету. Лута. Шесть лута здесь. Ой, какая-то дверь. Вот прям сзади тебя на полке. Вдоль да. стены. Прошел мимо уже одного. Да, я понял. Сейчас. Ой. Никого нет, да. Еще дальше возле стены три лута. Слева, сзади, в углу было тоже. Ну ладно, вот, перед тобой три. Здесь тоже лежит. Вот здесь лежит, да, вот лежит. Ты, походу, один остался. Так. Как-то я один остался. Заходишь налево, вот сюда, вот сзади тебя. Она жива, жива. Шкаф или полка. А нет, Эретри прибежала, все нормально. На ней монстр. Отвали! На ней монстр! Нет! Я на нее накид напрыгнул. Бля. Ну я понял, ты один остался. Эх, ладно. Да, блин. Жаль, конечно, этого добряка. Хороший был человек. Впереди три. А вот раз, и слева еще один, и в углу прям самым еще один. Тут лампа. Понял, давай это самое, перетащи поближе, я приду, заберу все. Еще два лута пропустил. Где? Еще три предмета в этой комнате. Один в левом, вот прямо в углу. Два в противоположном углу. Не-не-не, в другом углу. В другом, да-да-да-да, правильно идешь, правильно. Вот перед тобой какая-то стойка. К тебе монстр к тебе идет, сзади, к двери, возле мины. Стоит, ждет за углом. Вот ты прям на лут смотришь. Там у твоих ног. Отлично. Где лут ты бросил, там монстр стоит, ждет. Там стоит, да. Да я не... Может мне прийти к тебе с лопатой? Я никого не вижу. А! Нет. Походу к тебе. С тобой. Бля. Приходи. Я понял. Я конечно, этого добряка. Я взорвал его вместе с собой. А я тоже упал вниз вместе с ней. Зараза, блин, а? Я не помню, что. Мне кажется, он тоже не вернется. Мы все просрём. Ладно. Давай в него верить. Он сможет. Он справится. Ага. Блин, надо было трупы телепортировать сначала. Хорошая мысль приходит после. Вы, наверное, там громко смеетесь. Потерялся, вот опять. Ой.
собака. Вот, нельзя говорить ему. Ой, ой, ой. А еще нельзя топать, надо присесть. Да присядь ты, пожалуйста. О, боги. Да присядь. Надо было присесть, она же слышит шаги. Фак. Это трагедия. Итак, у нас остался один день. Отлично, отлично, пошли. О, боже. Бляха-муха, а, ну как так я? Надо было присесть, просто присесть. Да, там эти слепые собаки, и они один раз промахнутся, и дальше ты... Не слышат, они даже слышат. Фон, вот настолько они хорошо слышат. А я думаю, что они слышат, поэтому молчу. Значит, присесть. Ну, все правильно, говорить нельзя, но надо присесть, шаги просто тоже слышно. Слушайте, ну давайте не отчаиваться. Бук-бок. Отлично. Пойдем. А что полетим? Экспериментейшн или волк? Музыка, я согласна. Мне кажется, что-то мы не это самое. Не соберем, да? Да, разве что можно вот это попробовать продать. Оно не про... Ну, все, что ты купил сюда, в корабль, оно бесплатно. Ну, в смысле, оно не продается там монстром. Оно не стоит ничего. Так, понятненько. Надо сразу сейчас посмотреть, сколько предметов есть на уровне, на какую стоимость, и до победного. Готовы? Приземляемся? Нет, я не готова. Не надо еще ноготочки сделать, в парикмахерскую сходить. Помчали! Да. Нет! Отличный план. Как смотреть? Не помнишь, как смотреть? Other scan. Скан? Что-то там. Ну или просто скан. Понял. Я пойду сразу на Fire Exit. Я в рацию включила. Так, 837. 12 объектов на 837. Есть шанс. Побежали. А я давайте, я на опять на этой давай, самой. Давай, да. Отличный план. По крайней мере, лучше понятно. Раз, раз. Так. Куда я побежал? После лестницы, которая левее, пчелы, будьте аккуратны, пожалуйста. Блин, я уже потерялся. По прямой бегите от корабля, по прямой. Ага. Четыре улья, походу. Слушайте, а можно нам улей потаскать? О, возле тебя лут какой-то лежит, вот ты прям на него смотришь, Дрэн. Бля-бля-бля! Это очень чревато, мы все умрем. Это не лут, это улей. А это будет крайний вариант. Блин. Как ты зашла, вижу, все. Так, здесь ничего нет, дверь закрытая. Вон два лута вижу, возвращайся назад, налево, налево, в другую сторону. Нет, правильно. Возвращайся, да, назад, на 180. Тут у меня дверь, М9, за ней. Сейчас открою, ну там еще тоже лут есть. Тут очень темно, без фонарика. Открыл тупик. Ничего нет. Да, тут. Возвращайся назад, да, поворачивай. И теперь еще раз поворачивай. В ту сторону, вот сюда, да. Теперь налево. Там налево, прямо, иди прямо, еще прямо. Дверь, прямо. Теперь налево. В углу два лута, я поняла, в какой я комнате. Да, здесь три предмета. Пойду дрэк. Я там. Так, Дред, у тебя здесь ничего нет, возвращайся назад. Есть рядом лут, я тебе скажу, иди прямо на лестницу. Я уже потерял. Иди прямо на лестницу. А к тебе... даже не знаю, где. Я тут бутылку нашел. Дред, а? Я тут бутылки нашел какие-то уже.
Налево. Налево. Прямо, 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 все время прямо. Прямо, прямо. Здесь налево. Налево. Не туда, да, вот сюда. Иди, иди до упора, прямо. Спускайся вниз. Поднимайся. Заходи. Вот здесь лут, прямо под ногами лут. Отлично. Все, дальше ничего нету. Можешь возвращаться назад. Здесь, вот слева дверь открой. А, вот там дверь была. Так, у тебя я вижу, Ретри, ты на улице. Все отлично. Так, Дред, не знаю, что подсказать. Здесь ничего нет. Либо перепрыгивать, но там ничего нет. Либо назад возвращаться. Сзади, кстати, красная точка. Стой, да. Не возвращайся в предыдущую комнату. Выходи на улицу. Вот, иди прямо. Нет, нет, не сюда, не сюда, не сюда. В обратную сторону, в другой прямо. На, направо. Нет, давай прямо, 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 прямо. Да, теперь сюда, и здесь слева за углом, за второй колонной монстр, поэтому направо сразу, направо и убегай. Мое пиво принесли. Так, направо, выходи, все, на мэйне, отлично. Так, все, бросай лут, заходи назад, что ли, или я не знаю, сколько у тебя там по деньгам ты собрался? Здравствуйте. 79. Скажи, сколько ты? 79. И... принесли на 122. Пойдешь еще? 9. Я к тебе сейчас 3... вернусь. Угу. Что еще раз? Время 3 часа. Время 3 часа дня, нам еще 300. Ага. Ну, наверное, через огнеупорный... как там, блин, пожарно. Давай. Ой, Ретро еще железяк. А я правильно в направлении вообще иду? Я уже забыл. А, не могу сказать. Я пошла еще. А вот он. Не вижу, да, вот где-то рядом вход справа от тебя. Ключика у него не было. У меня возле Fire Exit комната закрыта. Не, нету. Знаю. Нету ключика, да? Скорее, мне слева от тебя, походу, что-то большое, наверное, желе. Это жижа, да. Так, Дред, не вижу ничего, походи пока там. Здесь тупик в противоположную сторону. Давай дверь У2 открою справа от тебя сейчас. Дверь У2. Открыл. Попробуй зайти и посмотреть, что. Кретри, ты жива? Жива, вижу. Еще да. Удачи. Удачи, я смотрю за тобой. Она смогла, отлично. Так, у тебя ничего не вижу. Кажется, я ничего нет. Fire Exit. Опять назад. Время 6. Если что, нам еще улицы. Если что, не шумите. Когда пойдете, рацию выключайте, потому что убьется. Так, это самое, можно возвращаться назад. Господи! И что творишь? Нам, по идее, может быть. Что ты бегаешь? Я не открыла тупик! Сак! Слышь, тупик. Тут что-то бегает. Поехали на базу. Поехали на базу. Это Жук, Жук. Торговец? Жук, у тебя есть лут? Дай нам лут. Все правильно идете, правильно. В ту сторону. Нет, сзади тупик. Правильно, да, туда, 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 прямо. Там неизведанная область. Здесь пустая комната. Я уже тут. Я его
слышу, тело. Так, да-да-да, он рядом тоже ходит где-то. Но я не вижу, мне... Ничего нету. Да я жука ищу. У жука должен быть лут. Время 8. Надо возвращаться. Где он ходит? Так. Пойдем. Только рацию отключаем. Здесь проблема. Тихий режим. Только если собака, на корточке и не говори ни слова. Что это за особая магия была? Не говори! Не говори, блядь, меня чуть не съели! Что я говорю? Молчай! Улетай! Улей не будем, нам улей нужен! Мы не можем, там собака и два червя! Как ты улей, блядь, возьмешь? А улей далеко? Улей далеко? Где лестница? Это достаточно далеко. Да-да-да. Блин. Пойдем продаваться. Я бы рискнул. Подождите, я рискну, если не вернусь. У тебя даже меньше часа осталось, а игрового времени это пару минут, если даже не минута. Сейчас его убьют, мы его труп перетащим. Один червь чуть меня не сожрал. Во, червь за ним. Ой, и два червя, господи. Шел в темноту, как Мад Макс. Он умер. Да нет, движется. Вот теперь умер. Бедненький. На кого ж ты нас покинул? За что? Фух, собака сутулая. Очень сутулая. Отлично. Я нашел улей. Я нашел его. Мы видели, два червя. Да, поход. Не знаю, может, на прием. Ну все, нас уволят, Карл. Нас отправить дышать чистым вакуумом, да? Ладно. Это было хорошее приключение. Так, ну, давайте не унывать. Давайте напоследок. Соберитесь, пожалуйста. В общем, на нас. Отличный план. Кто потрясся? Кто? Встряхнул шампанское. Я. Признавайтесь. Это была я. Так. Неужели блин, у нас всего 160? Подождите, нам все равно сдаваться нечем. Можно было прилететь на планету последний раз поразвлекаться. Ладно. Да. Ну да ладно. Нас все равно уволят. Ну, можно просто там не уходить от звонка и. Подожди, а ты не нажимал рычаг? Выбрал компанию, но не нажимал, правильно? Да. Выбери планету и полетели на планету. Какую, например? Да любую, можешь со штормом, хоть с затмением. Нам уже терять нечего. Что хочешь выбирать? Что тебе больше нравится? Штормом, да?
Да, любую. Любую. Вы что, как дальше? Вы уже будете закругляться уже или еще поиграем? Давай закругляться. Я бы еще... А, ну ладно. Ну, не, я если бы вы хотите... поиграл тоже. Если вы хотите, вдвоем... Нет, я бы еще поиграла до того момента, пока мы вот, ну, как бы... Опять... Ага, понял. Ну, короче... И все, один цикл, до сколько дома пройдет, да, и все. И можно спать. Можно. Да. Я бы с удовольствием. Так, все, прилетели, нажимаем рычаг. Да, есть. А, нас предупреждают, что у нас 0 дней, это нас не остановит. Да. Я думаю, может попробовать. Мы умрем. Зевс, Тор лучше тебя! Нет! Я живой. Я Бэтмен. А где товарищ? Тихо, нас ждет. Ёп! Ой, привет, родной! Забери его, пожалуйста, первым. Спасибо. Ты договорилась? Что у вас тут за... О! Слышишь? Здесь паук, я на него смотрю. Боб, и этого тоже забери. Он тоже пришел. Я стою прямо на него. Ну вы, конечно, шустрые молодые люди. Эй, блин. Уточку украл. Красава. А у меня только ключ. Я мы вдвоем. А... Боб, ты уже забыл, что ли, этого? Дреда? Походу. Я слышал, что чьи-то кости хрустели. А, все. Вот он. О! Эй, ты следующий. Здорово, паренек. Он украл его тело. А я вижу, вот его тело тут замурованное. А как? Что с ним делать? А его, наверное, надо чем-то расковырнуть. О, жук! Дай ему утку! Дай ему уточку! Жи! Бери утку! Бери! Я тебе еще ключку дам! Всех собрали! Стесняшка. Паук, жук и мой муж! Он стесняшка! Смотри, сейчас отниму у него утку, и он на нас нападет! Нет? А положи чуть по другое место! Жи! Ты что разобрал маленького жука? Иди сюда, я тебя отдам ее. А ну держи. Паук! А все. Здравствуйте. А пока. Здравствуйте. Что-то я насмотрелся. Что с тобой случилось? Меня сожрал паук, я пытался уточку вручить этому. Ой, она там вяжет из тебя что-то. Плетет собака.
где плетет-то? Ты хочешь посмотреть, да? Привет. А за что? Я тебе ничего не дам! И даже свою душу! Так, у меня есть идея. Зевс, ты плохой бог! Я предпочитаю Теслу. У меня есть идея. Бог, забери меня, пожалуйста, я к мальчикам хочу. Бог, забери мою душу. Спасибо. Здравствуйте, мы вас ждали. Я специально к нему пришла. Это было, да. Чисто ты скромняка еще убегал от меня. Ну что, еще один цикл. Давайте, еще один забег. Насколько нас хватит? Да. Да сейчас нас выкинет и нету, не будет забега. Я не умру. Подождите. Я уже устал и сам. Подождите. Я так чувствую, что у меня как-то энергия закончилась. Это нам не поможет. Хотел две поставить. Нам не поможет. Нет. Это я исправлю. Эй, кто здесь рядом? Да, before the deadline. Отличный шаг. Ура, новая бригада! Те были какие-то не очень. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Welcome to your first day on the job. Я так рада устроиться на эту гениальную работу. Распять мусор, мое призвание. Тихо. Ты опять устроил меня на этот корабль. Да замолчи. О, спасибо. Да. А вам тоже сказали, что вам выдадут карту халву? И ничего не дали. И зарплата будет в пиздюлях. Вот это точно, да. Об этом не написано мелким шрифтом в договоре. Написано мелким шрифтом в договоре. Давайте еще одну и закругляемся. Это... Я чуть немножко приустал. Все, побежала. Чаю, солью и пивом. Да что ты уже? Да у тебя профессиональный нюх на пиво. Бегайте, говорю, тупик, тут только прыгать осталось. Обидно. Чего там? Тупик.
дверь. Привет. Кита! Кита! Ты где? Я ж тебя тут видела. Никита! Здравствуйте, я пришла вам помочь. Между другом и пивом я сомневаюсь, кого выбирать. Ладно, дайте подруга. А у тебя есть что-нибудь? Могу что-нибудь еще взять маленькое, чтобы быть наравне с тобой, ну, в плане по весу. А ты что-нибудь говоришь? Просто ничего не слышно. А еще там креветка нас ожидает и жук. Будь готов. А сейчас слышно? Вот сейчас да. У меня микрофон вылетел. У меня, короче, все нормально. Тут еще две большие детали. Я бы вернулся. Но мы не, вы не вынесем. Я предлагаю, потому уже поздно. Я предлагаю нам бы это донести. Пойдем. Берем пиво. Конечно, пиво. Там еще шестеренка просто лежит. Ведь шестеренка и пиво, выбираем пиво. Ты куда пошла? Все правильно, сюда иди. Я отсюда пришла. А? Стой! Куда пошел? Иди сюда. А, я посмотрела на корабле, где ты находишься, прибежала. Я, честно, так и рассчитывал на это. Привет, я тебе ничего не дам, пошел в жопу. Я тебе не дам, все будет плохо. Беги! Я пытаюсь. Быстрее, 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 быстрее. Тамина. Блять, она Стамина. С этой стороны. Говори, не говори. Прыгай. Вот теперь надо прыгать. Нет, она сейчас нас увидит. Спрячься, пожалуйста. Эти возгласы, конечно. Йо! На ней. Только пара холода. Да.
Прикольная игра. Прикольная. Но я уже немножко подустал от нее. Одну сессию, наверное, было бы. Ну, вот как бы уже 2 часа, 2.5 часа. Даже больше немножко. Нет! Чёрт! Там было их 2. Я считаю, чёрт! Вылазка была крайне удачная. Было их 2. 2 черта. За что 2? Да. Ох, ну мы за... Что? Что у вас там? Блин, а я что, получается, опять зря... О, ясно. Ладно, дубль 2, сцена 8. Ну, ты выбрала поехали. Друга, а я выбрал пиво. Да-да-да. Нет, я же до этого еще принесла лут сюда. Еще пиво. А все. Ваше все пиво. Смыло. Два ящика, которые были на улице, я принесла. Ваше пиво, сэр. Да, 2 ящика импортных. Да. Ладно. Слушайте, давайте закончим на сегодня уже, как бы. Надо на хорошем заканчивать, а то я уже немножко подустал, честно говоря. Уже 2. Ладно. Завтра собираемся? Но только не в такое время. А в какое ты время? Днем хотя бы. Днем хотя бы. Ну. Ну, я, в принципе, весь день свободный завтра. Как вот товарищ, который меня нанял на этот чертов корабль. Не, ну давайте, можно там одну сессию сыграть, как бы. Сколько там получится. Ну, потому что мы уже тут 2.5 часа играем, как бы это. Конечно, прикольно, что мы можем так играть, но хотелось бы там, знаешь, часик, вот, полтора, допустим, а не вот это все. Нервы, нервы. Слабак, слабак. Ну так ты что, завтра днем как? Да можно попробовать. Давайте. Во сколько встречаемся? Ну, примерно после 12 там. Раз, там, все дела. Ты во сколько? А ты во сколько ты проснешься сам? А? А? Ну, я, наверное, сейчас часика через... Я часика через 2 лягу. Ну, к 12 там, около того проснусь, думаю. Ну, давай попробуем к часу где-то. Ну, давайте примерно к часу ориентироваться. Да. Ну, у нас летокомпания просто... Летальная компания залетела. Да. Надо уже на моду переходить. Ну все переходить. Тогда. Походу. Ну все, спасибо за игры. Да, спасибо. Спасибо большое за игру. Подписывайтесь на канал Дреда, ссылка в описании. Подписывайтесь на канал Ретри, ссылка на ВК-плей в описании. У тебя же только на ВК-плей канал? Еще Twitch. Окей. О, надо еще ссылку на Twitch прикрепить. Сейчас прикрепим. В общем, подписывайтесь на нас. И подписывайтесь, и мы подпишемся ни на кого. Мы подпишемся друг на друга. А вы подписывайтесь на нас. Блогерская дуэль. А у тебя фотка осталась? У тебя фотка есть это наша с жуком? Да, есть. Еще хотел сказать, что есть парочка модов, чтобы Дред прям совсем обкакался. Да. Это что это я сразу? Что это сразу я? Ну смотрите, монстры запоминают наши фразы во всей игре. А, я помню такое, да, видел. Да, и когда они вас, ну, допустим, рядом с вами, да, например, тот же цветочник черный, он говорит нашими фразами. Интересно. Это очень страшно. Особенно если кто-то специально наговаривает что-нибудь типа «Я за углом, здесь нет лута, уходи!» И вот он, когда, например, это озвучивает, ты такой, ну, нашими голосами, ты думаешь сразу, что «А, где, кто, что?» Прикольно. Завтра поставим, тогда попробуем. И второй еще мем. Ну, я помогу вам поставить, потому что мы их уже поставили с Юлькой. Второй — это мимика добавляет. Здесь Fire Exit будет несколько дверей, и одни из них неверные. То есть, если вы откроете, вы умрете, вас съест монстр. Интересно. Слушай, а у тебя еще есть кто с нами играть может четвертым?
Вас да, просто нет никого, Юлька. Только Коди, но Коди что-то нету. Ну зови Юлька. Тогда завтра тоже, как раз будет полная команда. Да, 2 на 2. Так я напишу, посмотрим, как она там, что сможет, не сможет. Вот, и еще мимик в маске ходит он. Ясненько. Независимо, например, Титан это или где-то еще ходит и жрет вас. Притворяется нами, короче. Ладно. А, понял. Интересно. Угу. Мимик, да, понял. Это очень страшно. И вот здесь по компу не очень понятно, это вы или это мимик. Понятно. Живой ты или мертвый? Очень сложно. Интересно. Ладно. Завтра, короче, поставим все, попробуем. Да, давай попробуем. Ладушки. Хорошо. Отлично. Все тогда. Да. Всем спасибо за игру. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Да, всех с прошедшим праздником, Нового года, с наступающими праздниками. Вот, все ссылки в описании. А если кто смотрит на ВК Плей, переходите на YouTube. Там в описании будет ссылка на YouTube. Кто смотрит на YouTube, смотрит, переходите на ВК Плей, да? Да нету на ВК Плей описание. Блин, горело, тяжело. Поэтому, да. Окей, понял. Поэтому всем спасибо. Всем до новых встреч. Завтра, надеюсь, увидимся. Всем пока-пока. Ладушки, все. Пока. Всем пока, да. Увидимся. Спасибо, дорогие товарищи, что были со мной. На сегодня, наверное, хватит. И увидимся в этой или в другой игре. Но потом. Вот. В общем-то, лайки, подписки, прочая фигня. Комментируйте обязательно. Да. Все. Сегодня пока.